приехали помыть, попробовать машину в минус 2. Минус 3. Все начинается с поиска налички. Что, 200 пихали? Да. Или лучше 100 вначале? А потом 50. Не, давай 200. Точно? Да, я паузу поставлю. У меня 2, кстати, 50. Ну, сейчас обскочить, хотя сейчас холодно. Пены, короче. Пены, да? Давай я к нему. Давай, иди, я нажму. Все? Давай. Атмосфера тут, конечно, капец. Мы чисто по Ташмиму проезжали, решили помыть вот в минус 2. Я на самом деле такой фигней не страдаю. Проще 300 рублей заплатить, по-моему, на обычной мойке в тепле посидеть. Но это дичь на самом деле. Хотя я только 43 рубля потратил. Не попал. Холодно тебе? Да я не знаю. Если я, конечно, в 100 рублей сейчас умещусь, но она сегодня будет такой чистой. Еще полтос. Бля, пиздец, на сними это. Все. Вот помыли машину минус 2. Замерз. Ну, деньги давай. Что еще? Здесь зеркала, то еще. Блять, руку. Ну, не, подожди. О, можно пользоваться. Простите. Согреть немножко можно. А теплая вода, что ли? Нет, но она теплее же, чем 0 градусов. Ну, зеркало. В общем, это полная хуйня. Минус 2. Зимой это вообще непригодная тема. Летом может быть, но летом проще самому керхеру в гараже. Ну что, давай, дополаскивай, где там что осталось. Где у нас самое? Жопа, самая жопа, жопа. Ну, давай. Все. Сорян. Жопа. Да, и вот что это за прикол? Постоянно вода из него. Красавчик. Вот кофта, покажи мне свою. Полная жопа. Вот ноги все. Вот, все замерзло. Нигде снега нет, но он тут есть. И при этом здесь полно народу. Если честно, в чем прикол? Я в 150 рублей и
просто всполоснул машину, хотя пена неплохо работает. Да, все только в корч. А вот это что такое? Объясните нам. Пена сочится. Грейся. Я мы согреем лобай. Бля, нас тут заплачет. Да, давай. Я думал, ты как раз догадаешься отъехать. Что я думаю об этом мероприятии? Да ты думал? Бля, пиздос. Я тебе говорил, тут дорога съезд вообще ужасная. Момент. Да там не видно. При выезде с этой парковки, само собой, образуется корочка льда. Мне кажется, вас ничто не спасет.